профессиональный праздник. Большинство сотрудников республиканской больницы встретят на служебном посту. Иначе и быть не может. Стационар работает 365 дней в году. Поток пациентов всегда немалый, только через операционные. А их в главной больнице республики 9 в сутки проходят около 30 человек. Операции проводят самых разных видов. А уже осенью с введением в работу ангиографа, тогда новый сосудистый центр заработает в полную мощь, особенности хирургических вмешательств еще более расширятся. Мы получим лицензию по высоким технологиям на сосудистую хирургию. Начнем делать коронарографии и стентирование в нашей республике. Курс на современную высокотехнологичную медицину больницы имени Ремишевской держит уже не один год. Сегодня доктора с гордостью могут сказать: в ногу со временем идут урологи, ревматологи, эндоскописты. Этот гастроскоп в эндоскопическом отделении – один из уникальнейших аппаратов. С приобретением устройства появилась возможность делать УЗИ органов ЖКТ. В планах больницы закупить еще и чудо-капсулу, которая сможет заменить болезненную процедуру фиброколоноскопию. Возглавляет эндоскопическое отделение сегодня кандидат медицинских наук Николай Буторин. Если раньше эндоскопия это диагностика, только диагностика, то сейчас больше 10%, а 10% это порядка тысячи. 1500 манипуляций в нашем отделении. Это лечебные и оперативные. Причем такие оперативные, которые заменяют большую полостную операцию. Операции на органах желудочно-кишечного тракта, дыхательной системы здесь делают сегодня на международном уровне. Достичь таких высот удалось не только за счет внедрения современных технологий, но и регулярного повышения квалификации докторов. Обучение проходят врачи абсолютно всех отделений больницы. Клинико-диагностическая лаборатория не исключение. Биохимики сегодня тоже осваивают новые технологии. Главное из них – это современный анализатор для исследований крови. Оборудование установили здесь 2 недели назад. Оно стало 4-м в России. Он может одновременно 100 пациентов загрузить сюда и в течение 2 часов сделать все исследования. Примерно 100 анализов у каждого пациента может одновременно определять. Сегодня в республиканской больнице трудится более 1200 специалистов. В праздничный день в адрес каждого будут звучать теплые слова и поздравления. Сердечно поздравляю медицинских работников Республики Хакасия и Республиканской клинической больницы имени Ремишевской с наступающим праздником, Днем медицинского работника. Спасибо вам за самоотверженный труд. Желаю вам крепкого здоровья, тепла, уюта, счастья и благополучия в ваших домах. Диагностический центр «Абакан» открылся чуть больше года назад, но уже успел хорошо зарекомендовать себя среди жителей республики. Он оснащен самым современным высокотехнологичным оборудованием, причем некоторые аппараты, представленные здесь, единственные экземпляры во всей республике. К примеру, остеоденситометр – уникальный аппарат с низкой дозой облучения, позволяющий обследовать даже самых маленьких пациентов. Позволяет оценить минеральную плотность костной ткани при диагностике остеопороза, а также оценить результаты проведенного лечения. Также при наличии факторов риска оценить вероятность патологического перелома шейки бедра. В отделении лучевой диагностики представлена вся линейка рентгенологического оборудования. Здесь делают и компьютерную томографию, и магнитно-резонансную. Причем аппарат МРТ единственный стационарный в Хакасии. Уникальность его в том, что обследование проводится с использованием контрастного вещества. Оно подается дозированно с помощью автоматического инъектора. Это позволяет уменьшить побочные эффекты для пациента. Есть еще особенность магнитно-резонансной томографии. Обследование можно проходить под наркозом. К числу уникальных уголков медцентра можно отнести отделение лечебной физкультуры. Аппараты артромоты, они предназначены для ранней разработки движений в суставах после операции на конечностях. На базе отделения работает и центр знаменитого доктора Бубновского. Под зорким контролем инструкторов пациенты, страдающие остеохондрозом, имеющие межпозвоночную грыжу, перенесшие суставное протезирование, скелетные травмы, выполняют комплекс упражнений, позволяющие порой обойтись без оперативного лечения или восстановить функции без лекарств. В диагностическом центре «Абакан» сегодня трудится около 100 специалистов. Это и врачи высших категорий, и средний медицинский персонал. Кстати, именно на медсестер нередко возлагается особая ответственность. К примеру, в процедурном кабинете с пациентами работают именно медицинские сестры. Под их контролем проходит и назначенное врачом лечение больных, которые посещают палату дневного стационара.
пациенты здесь чувствуют себя как дома. Эти ощущения создают не только особый интерьер комнаты, но и доброжелательное отношение медперсонала к каждому клиенту. Слова благодарности в адрес людей в белых халатах звучат ежедневно, а в преддверии праздника – в двойном объеме. Уважаемые медицинские работники диагностического центра «Абакан» и Республики Хакасия, от всей души поздравляю вас с наступающим профессиональным праздником – Днем медицинского работника. Желаю вам крепкого здоровья, оптимизма и стойкости, профессиональных успехов и уважения пациентов, мира, добра, благополучия вам и вашим семьям. На календаре лето, но эти ребята пока вынуждены находиться в больничных палатах. Главное для малышей и школьников сейчас – это побороть серьезный недуг – туберкулез. Лечение предстоит долгое, может тянуться несколько лет. Поэтому в детском отделении Республиканского противотуберкулезного диспансера, оно рассчитано на 50 маленьких пациентов, врачи стараются создать для ребят домашний уют. Оборудовали игровую комнату. Сейчас под руководством педагогов дети готовят очередную выставку рисунков. Она станет подарком к профессиональному празднику докторам, медсестрам и санитарам. В отделении работает сегодня 30 сотрудников. Коллектив стабильный, сплоченный. Возглавляет его Валентина Лабунец, врач с 43-летним медицинским стажем. Не работая с детьми, хотя училась на педиатрическом факультете, работала на скорой помощи, мне казалось, что со взрослыми лучше. Когда я поработала с детьми и сюда пришла, я ни за что не поменяю. Такого же принципа придерживаются и многие коллеги Валентины Трофимовны. Лидия Филиппова работает в диспансере уже почти полвека. Оказалась здесь не случайно. В конце 60-х врач-педиатр ездила по селам, лечила детей и вакцинировала их против туберкулеза. Одновременно изучала эффективность прививки БЦЖ. По собранным материалам несколько врачей Хакасии даже защитили кандидатские диссертации. В 80-х годах туберкулез у нас вот так вот Кривой спустился, благодаря прививкам БЦЖ. Мы прививали сначала малой дозой детей до 7-летнего возраста, а потом уже долив делали всем этим детям. Прививали в междекретном возрасте, и мы практически туберкулез извели. У нас не было даже детей с кальцинатами. Сегодня же проявления туберкулеза у подростков встречаются самые сложные. Эффективность лечения зависит от своевременного выявления заболевания. Сделать это можно с помощью современного компьютерного томографа. Есть еще новинка, которую очень ждали фтизиатры. Это новый препарат. У детей ведь от года до 14 лет единственный метод выявления туберкулеза – это туберкулезная диагностика или реакция МАНТУ. Сейчас появился уже с 2010 года, мы применяем такой препарат, как диаскин-тест. Это диагностическая проба, это не прививка. Некоторые путают, говорят прививка. Это диагностическая реакция. Она выявляет именно туберкулез. Несмотря на все плюсы современных методик лечения и высокотехнологичное диагностическое оборудование, врачи не устают напоминать. Только своевременная вакцинация поможет человеку не оказаться здесь, на больничной койке. Ну а всем своим маленьким пациентам в преддверии профессионального праздника медики желают скорейшего выздоровления. Звучат слова благодарности сегодня и в адрес самих врачей. Уважаемые коллеги, позвольте от всей души поздравить вас с профессиональным праздником Днем медицинского работника. Пожелать свершения всех ваших начинаний, постоянного профессионального роста, добра, счастья, улыбок вам и вашим семьям.